Всем привет, снегопад. Как, чтоб не обмерзали щетки. Когда-то я уже делал видео, еще раз показываю, уже на другом автомобиле. Видите вы, снег мелкий, налипание. У многих проблемы, щетки обмерзают, заледеневают, надо выходить, оббивать щетки. В основном, по какой причине это получается? По той причине, когда у вас поток воздуха направлен на стекло. В моем случае направлен в ноги и в салон, стекло у меня не обогревается. Максимально, что можно сделать, это когда вы пришли за автомобилем на стоянку, размораживаете стекло, направили тогда поток на стекло, почистили. Если стекло запотевает поначалу, пока автомобиль прогрелся, также на стекло это все дело направили, потом на стекло не направляете горячий поток воздуха. Ну, такие моменты, когда вот автомобиль стоит, то понятно, что снег садится на стекло. Ну, вот видите, его даже часть сдувает. В автомобиле в любом случае тепло, стекло в любом случае теплое. Но когда вы на него направляете горячий поток воздуха, оно еще больше нагревается. Снег тает, превращается в воду, стекает в район щеток. Щетки обмерзают в любом случае. В ходу этого вообще делать не нужно. Выключили, направили на себя, и идеальный вариант. Вот сейчас будем ехать и посмотрите этот эффект, когда стекло полностью сухое, чистое, и снег с него просто сдувает. Вот даже езда по городу на небольшой скорости, видите вы, стекло чистое и сухое, и не нужно использовать щетки для смахивания снега, потому что он просто сдувается ветром. Снег на стекле не тает, не остается. Сейчас только стоит направить поток воздуха горячий, проблемы начинаются. Даже если нужно махнуть щетками, щетки у вас, видите, чистые. То есть они не обледеневшие. Поэтому никогда не направляйте горячий воздух на стекло. Всем удачи, до следующих видео.